Ну что, друзья, всем привет, вот и подошел к концу внезапный проект, он так внезапно у нас появился и внезапно он у нас заканчивается. Возможно, его никто не запомнил, может кто-то его и не знал, хотя ролики с этим проектом набирали достаточно хорошие просмотры. Давайте я немножко о нем расскажу. Это проект, на котором не выиграли мы ни одну катку, здесь 0 кубков. Здесь не открыт ни один режим, даже столкновение за 30 кубков. Но зато на этом аккаунте есть 300 боксов и 19 из 29 бойцов. И это все персонажи, которые можно выбить, за исключением Спайка. Ну, то есть Спайка тоже можно выбить, но все персонажи, кроме Спайка. Остальные разблокируются только за кубки. Но кубки на этом аккаунте не апались, поэтому их невозможно открыть, так как у нас задумка 0 кубков. Сегодня я попытаюсь 300 боксов открыть, выбить Спайка. Вы поддержите лайком, пожалуйста, все. Вот видите, даже лайк в виде Спайка был. Поддержите лайком на удачу, пожалуйста. Если выбиваем Спайка, возможно, это последний видос на этом аккаунте. Если не выбиваем Спайка, тут еще есть акция, но я ее сегодня не буду донатить. У меня просто нет возможности сегодня задонатить. Вот, но я, если успею, тут акция 3 дня будет, это еще тоже 2 дня. Ну, это до завтра, короче, если успею, я это все куплю и еще открою на видео. Пожалуйста, поддержите. Фух, друзья, если вам интересно, как он нафармил эти 300 боксов, не выиграв одной катки, я вам сейчас в процессе видоса это все буду рассказывать. Усаживайтесь поудобнее, желаю всем приятного просмотра, кто кушал, приятного аппетита. Поехали, друзья. Друзья, если посмотреть у него в профиле статистику, то у него побед в 3 на 3, 19 поединков. Я говорю ему, а как так-то, блин, ты здесь в показателях выиграл, а кубка в 0. Чтобы вы понимали, кубки слить до 0 невозможно. Вот, у него все персонажи тоже на 0. Он говорит, что когда ты выигрываешь катку, он просто ребутает игру, перезапускает ее и 0 кубков, а победа засчитывается. Я не знал, что так можно. Погнали открывать, и в процессе открытия я буду вам рассказывать, как он нафармил эти 300 боксов. Это нелегкий труд, это много времени. Поехали. Так. По поводу, кстати, прокачки, он говорил, что кого-то может прокачает на 9 уровень, да я пассивку выбью, но пока таких нету. А, нет, вот Шелли есть. Короче, как это все делается? Он играет, набирает команду, 3 человека, и еще параллельно с 3 устройств заходит в игру. То есть, получается, ну, он один, сейчас скажу, ну, либо он приглашает друзей, либо сам это все делает. Ну, блин, это 6 человек надо, чтобы было всего, и плюс он. Не, 5 человек и плюс он. Что мне кажется, или что-то где-то кадры проседают в игре? Что за херня? Что случилось? Или мне это кажется? Что-то такое... Какое-то непонятное качество, блин. Ну да ладно. Короче, друзья. Подставные бои, если... Блин, я просто обращаю внимание, мне что-то не нравятся кадры. Давайте я сейчас, наверное, перезапущу. Ребят, что-то мне не нравится вообще абсолютно. AR-сервер. Я перезапущу, с вашего позволения. Что-то вообще... Что случилось? Все было плавно, классно, и тут на тебе. О. Да, нормально или нет? Вроде нормально. Короче, подставные бои. Он всегда проигрывал. А за проигрыш дают какие-то жетоны. Да не, ребят, что-то подлагивает. Это походу интернет у меня. Сегодня последний день интернета, поэтому, возможно, скорость просела. Из-за этого подлагивает. Да, вот, домашний интернет. Пополните на сумму... еще рано пополнять. Нет, это не то. Не знаю, короче. Ну вы поняли, да? Короче, он сливал поединки и за это получал жетон. Я постоянно отвлекаюсь, никак не договорю эту мысль. Все, он сливал поединки, зарабатывал жетоны. И там в день он по 2 сундука, по-моему, фармил. А может даже и по 1, я не знаю. Очень долго потратил на это времени. Но и я это время его тоже ценю. Поэтому не просто его сундуки открыл и все, на этом как бы ролик хайпанул. О, по-моему, все окей. На этом ролик хайпанул и спасибо. Я сюда тоже вложил свою часть. Со своей стороны я его поддержал финансово. Я покупал ему спецпаки, я покупал ему гемы, я покупал ему даблеры, я покупал ему леги. Я купил ему ворона феникса, я ему купил Сэнди. Леона ему выбил с его сундуков. И вот сейчас остался единственный персонаж, это Спайк. Который, собственно говоря, у него еще не разблокирован. Но, блин, я очень верю в то, что старания не зря прошли и, возможно, нас... Разработчики вознаградят Легой, его точнее.
Я не знаю, что будет дальше с этим аккаунтом. Будет ли он его дальше развивать? Ну, нет, точнее, не развивать. А будет ли он дальше вот так вот копить сундуки на нуле кубков? Или же будет дальше играть и наслаждаться игрой? Я не знаю, но я, в принципе, не против бы буду, если он еще каких-то боксов нафармит, добавятся еще какие-то новые бойцы. Бля, сука, я не понимаю, что происходит, блин. Мне не нравится качество. Не понимаю, что такое. Вообще просто прям раздражает меня. Надо будет после этого, наверное, ребутнуть инет. Так, итого у нас сколько? 240 еще боксов, охренеть, друзья мои. А это из-за того, что, наверное, я просто очень быстро открываю. Или все-таки скорость просела где-то. Так, ладно, поехали. Буду ускоряться, потому что боксов еще много. Главное не пропустить спайка. Главное не пропустить спайка. Надеюсь, все подписались. Надеюсь, все поставили лайк. Ребят, поддержите, реально. Парень очень старался. Ну, я тоже очень хотел ему всех персов выбить. Я, кстати, он мне когда предложил этот проект, типа, давай поможешь мне, будешь донатить. Мне как-то показалось, блин, как-то нагло. Он просит донат. Возможно, он потом киданет. Типа, я ему задоначу, а он не будет этот проект развивать. Просто там на бабки меня разведет и все. Я как-то усомнился в этом. А потом, когда увидел, сколько он боксов нафармил, я сразу понял, что не, я поддержу этого парня. Yes, спасибо на Шелли, друзья. Первое. А тут еще одна есть. Так, давайте воробушка прокачаем. На седьмой. Пенни. На седьмой. Так, и пока что все. Примат на очереди, да, там Барли, Броза. Так, Пайпер. Ну все, продолжаем. Уже 100 боксов открыли, пока первая пассивка выпала. Ну ждем, я очень хочу спайка, очень сильно. Если бы еще не лагало, было бы нормально. Сука, что происходит, блин? Может комп перезапустить? Или мне просто кажется, или я не знаю. Просто такое ощущение, что не 1080, а я не знаю... Там 360, 144p качество. Ну да ладно, нам это не помешает выбить легу. Мы же не онлайн катки катаем. Так, блин, офигеть, еще 200 боксов, охрененно. Давайте открывать. Быстрее немножечко ускоряться, потому что боксов много. Не хочу затягивать, потому что я думаю, что когда открываешь бокс, интересно наблюдать, как что-то падает. А когда просто падают поинты, или как они, вот эти, для прокачки очки, не особо интересно. Я всегда говорил, с самого начала, как Brawl Stars появился, сундуки в Brawl Stars в большом количестве открывать нудно. Но опять же, с учетом того, что если выбить только одного бойца. Я помню, мы Леона ДДНЛу выбили с последних трех боксов, по-моему. У нас было 400 боксов, и нам надо было выбить одного Леона. И представляете, мы открыли почти все 400, остается 3. И то есть уже надежды никакой. Расстроился, конечно, ДДНЛ тогда. И тупо с последних там, я честно не помню, с какого точно, с последних боксов дропается Леон. И ты такой, да, просто на то время еще брал, не хайпил. И ролик тогда очень хорошо зашел. Поэтому все может быть в конце. А может и в начале. Вот недавно я выбил Леона на этом же аккаунте. Открыл 30, по-моему, или 40 боксов. И дропнулся Леон сразу же. Причем при этом у нас были эпики не выбиты, мифики. То есть, ну, это не последние леги, которые, да. Вот мне кажется, сложнее выбить, когда остается одна лега или там просто три леги остается. Легу сложнее выбить вот именно тогда, чем когда много бойцов, да, там, не выбитых. И при этом какой-то, блин, шанс как будто повышен на легу. Я не знаю, я это стал замечать, что проще ее выбить, когда много бойцов не разблокированных. Но вот когда остается одна лего, это просто нереально что-то. Это просто нереально. Друзья, может и не повезти. Я уже открыл ровно половину, даже больше. Может нам и не фартануть. Но я все равно верю в удачу. Знаете, вот когда вот не прошу всех подписываться, удачи нету. Но давайте попробуем. Может сработает, может все-таки кто-то не подписан в этот момент. Вы подпишитесь, если лего выпадет и вам... Не захочется оставаться на моем канале, вы потом, может, отпишитесь. Просто подпишитесь для удачи. Я реально уже настолько часто, когда открываю сундуки, об этом прошу, что уже сам верю в то, что реально люди подписываются и падает лего, реально. Ну,
Что поделать, если сколько выпусков было крутых записанных, именно когда я там имена называл, люди подписывались, бам, Лего, просто я такой, уу, не может быть, не может быть, черт возьми, вот это удача, вот это совпадение. Так, ладно, 132 сундука осталось у нас. Блин, обидно будет. Я, в принципе, готов еще задонатить, как бы я не то что жадничаю еще задонить сюда, но типа эпичнее бы было выбить в этом выпуске. Че, мы зря 10 минут потратили? Друзья. Друзья, сделайте что-нибудь. Все в ваших силах. Все в ваших возможностях. Лайк, подписка, комментарий, репост. Ладно. Так, осталось 115 боксов. Ну что ж, последняя сотня. Не хочешь подписываться? Ну и молодец. Не повезет нам, не повезет так не повезет. Буду методом доната, 100% способом выбивать тогда. Так, а ну сколько у нас боксов? Еще 9 боксов и останется последняя соточка. Блин, ну... Во-во-во-во-во-во-вот. Я думаю, откуда качество проседает? Что-то у меня, ребята, с иннетом сегодня. Что-то троит он. Качество вебки вроде отлично. Рамка тоже вроде нормально. А вот сам AirServer... Вот захотелось ему сегодня как-то вот... Ну вот я вижу, он не на 100% работает, не идеально. То есть вот где-то что-то проседает, сука, как будто, не знаю. Бля, а как же нудно открывать эти сундуки? Их так много, бля, просто... Как же их много-то? И просто представьте, как сколько он их фармил, если я открываю их долго. Ну как долго? Всего лишь 12 минут, но тем не менее... Так, все, я всех прокачал, едем дальше. Ну что ж, последние 90 боксов. Кто еще желает поддержать? Помните, что лайк, подписка. Лайк, подписка на удачу. Не, будет приятно реально, если вы поддержите ролик, его как можно больше людей увидит. Если, конечно же, мы выбьем спайка, блин. Не хотелось бы просто вот пустые сундуки вам показывать. Хочется выбить спайка, хочется проект завершить. Но будет еще один шанс, это донат. Кстати, ребята, на этих выходных в пятницу будет акция в магазине Сэнди плюс скин. Скорее всего, Сэнди. Ну, то есть, я надеюсь, что просто скин без персонажа они не будут добавлять в игру. Так вот, я, естественно, разыграю как Сэнди, так и скин дополнительно на него. Кто хочет поучаствовать, подписывайтесь. В пятницу не пропустите видос. У кого уже есть Сэнди, неважно, вы все равно получите скин, у вас скина нет. Вот. А у кого нет Сэнди, они получат и скин, и Сэнди. Поэтому подписываемся. 70 боксов осталось, давайте ускоряться. Блин, жалко, что у него больше никаких боксов нет. Так. Хорошо, хорошо. Эх, блин. Я уже перестаю верить, что выпадет что-то. 50 боксов осталось, просто. Может открыть боксы и не смотреть, что выпадет. Просто открыть и завершить ролик. А потом интрига, залить его на YouTube и посмотреть, выпал он или нет. Блин, серьезно, ребят. Серьезно, я так и сделаю. Чисто ради интереса. Я звук выключил у себя. Я сейчас не буду смотреть. Ну, то есть, это я для себя хочу, вот реально не видеть, выпадет спайк или нет. Я просто закрою глаза и буду открывать сундуки. И я просто, когда открою полностью сундуки, я остановлю запись, залью ролик на YouTube. И только потом узнаю, выпало мне что-то или нет. Лего вслепую, реально. Все, поехали. Сейчас я настроюсь вот так вот, чтобы... Все, да. Я, честное слово, закрыл глаза, не вижу. Ну, то есть, мне смысла нету вас обманывать, точнее... Да, смысла нет вас обманывать, так как я это для себя хочу. Я надеюсь, сейчас попадаю, да? По экрану, да, попадаю, я чуть-чуть подсмотрел. Все, вот сейчас 100% я не смотрю. Единственное, что вот это мне надо будет когда-то остановиться и понять, сколько боксов я открыл. Блин, а тяжело, мне хочется реально посмотреть. Мне такое ощущение, что я пальцем уже тыкаю не там, где надо. Не там, где надо. Уже тяжело. Тяжело. Так, я подсмотрю, потому что... Подсмотрю, потому что, блин, реально тяжело. Все, вот так вот. Вот так вот проще. Все,
Все, я полностью, да, открываю сундуки с закрытыми глазами. Надеюсь, я в бой не пошел. Я чуть-чуть подсмотрю, да, потому что у меня такое ощущение, что я сдвинул пальцем. Я опять подсматриваю, не знаю, вдруг уже спайк выпал, а я этого просто не видел. Так, все, я тыкаю на одно место. Стараюсь, короче, чтобы палец нажал не туда. Блядь. Чтобы стараюсь... Боже, как тяжело с закрытыми глазами разговаривать. А почему так? Так, я надеюсь, что сундуки сейчас открываются, все хорошо. Хочется подсмотреть, ну ладно, я уже уж потерплю минуту, наверное, где-то минута осталась. И потом уже посмотрю, открыл я все или не все. Вот. Так. 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 Там хоть сундуки еще есть? Да, еще есть, фух. Вот я сейчас не вижу, ну, то есть, опять поменяю руку, поехали. Открываются, я опять чуть-чуть подсмотрел, все. Открываются. Блин, сколько их там? Я уже устал их открывать. Блин, я чисто не смотрю, потому что мне хочется реально интригу. Я еще так лигу никогда не выбрал. Если она выпадет, блин, так будет круто. Но я сомневаюсь, конечно. Я в этом сомневаюсь. Так, ну что там еще, блин, сколько? А, все, последний. Бля, ребята, новых бойцов-то нет. Новых бойцов-то нет. Че тут спойлерить? Ладно, ладно. Не получилось, как я хотел. Но зато мы нафармили гемов. Нам достаточно открыть 2 мегаящика. Фух. Блин, тяжело с закрытыми глазами. Ну давайте попробуем. Плюс я потом отдельно запишу ролик. 5 бигбоксов, плюс 360 гемов. Бля, еще попробуем, я хз. Начнем с этого. Поехали. 6 предметов. 5. А там же, кстати, пассивку мы не выбили на нашели вторую. Мы выбили пассивку, а я этого не видел. Ладно. Короче, если сейчас будет 6 предметов, друзья, это 100% лего. Последний бокс, последний шанс. Это провал. Это, друзья мои, провал. Эти 300 боксов, к сожалению, не дали нам легу. Плюс даже мы гемы потратили и все равно ее не выбили. Ну что ж, на этом не расстраиваемся. Я думаю, что я ему вот это куплю. Если вы поставите много лайков. Я не знаю, давайте 50 лайков наберем. Я ему куплю вот эту акцию. Прям вот сегодня, может завтра, не знаю. Пожалуйста, поддержите. Спасибо за просмотр. Спасибо, что поддерживали. Жалко, что не выпало. Очень жалко. Но я все равно доведу этот проект до конца. Всего хорошего. Желаю вам... хорошего настроения, побольше шансов на легу. В общем, не болейте и до скорых встреч, друзья. Чаще улыбайтесь. Пока.